Добрый день, скажет всем Шишкин лес. Может стать чудесным день и без чудес. Может стать добрее мир для людей, если станем мы немного добрее. Шунечка, привет! Ой, здравствуй, Зубок! Шунь, да. Скажи, а тетушка-сорока прилетала за рисунками на конкурс, а? Да, Коксик ей отдал свой рисунок. А мой? Нет. А почему? Я не знаю. Значит, специально спрятал. Знаю, почему он не отдал его. Так, где ну же он? Ну и почему же? Сам победить хочет. Ты так думаешь? Уверен, я сильный соперник. У меня на рисунке космический корабль. А, вот он мой рисуночек, смотри. А у него мухомор какой-то в траве. О, о, смотри. Так беги скорее, неси свой рисунок. Поздно. Пока я туда прибегу, конкурс закончится. И что же делать? Не знаю. Шунь, да. А чем ты сейчас занимаешься? Я вяжу шарфик для Еноточа. А зачем же ему сейчас шарфик? Вон какая жара на улице. Зубок, надо к осени заранее готовиться. Я потом еще и для тебя свяжу, и для Коксика тоже. Для Коксика? О, а я сейчас для Коксика тоже кое-что сделаю. Так, сейчас. Осторожно, осторожно, Зубок. Ой, Шунечка, извини. А, знаешь что, я тебе совсем забыл сказать. А что ты мне хотел сказать? Понимаешь, я случайно заходил на кухню, и у тебя там на плите, по-моему, каша убежала. Ой, правда, наверное, убежала. О-о-о. Теперь плиту нужно чистить. Иди чисти. Так. Здорово я придумал, как Коксику отомстить. Так. Возьмем эту коробочку. Когда он вернется и сядет на стул, коробка сверху упадет на него. Отлично! Так, сейчас мы сюда. Так, привяжем веревочку. Какую выбрать? А, вот эту. Так, отлично. Вот сюда вот так. Так, сейчас мы эту коробочку. Так, положим наверх. А в нее кубики. Ага. Так, вот сюда вот. Так, аккуратненько. Сюда вот. Вот кубики, отлично. Так, кладем. Так, будет теперь Коксик знать, как устранять достойных соперников. Так, отлично. Вот, веревочка. Он на нее сядет, и коробочка на него упадет. Замечательно. Так, посмотрим. Тоже мне великий художник. Ой, ниточки упали. Сейчас соберем. Эй, что здесь происходит? Ты чего ко мне пристаешь, пряжа, а? Слышишь? А ну, отстань. Отстань, слышишь? Я тебе ничего плохого не сделал. Ай, помогите, спасите меня. Ой, как Зубок! Что это с тобой, а? Так. Ай, кажется, я попал в ловушку. Распутывай меня скорее. Давай. И садись. Нет. Лучше не распутывай, а иди посиди. Да потом посижу, я не устал. Давай, помогу. Нельзя же друзей бросать в беде. Ага. Вот ты как заговорил, да? Так. Здравствуйте, дорогие друзья. Ой. Привет, Коксик, привет, Зубок. Здравствуй, Дим. Чем это вы тут занимаетесь? Да вот, зубка распутываем. Помочь? Да, тут немного осталось. Давай, здесь. Ну хорошо, я тогда посижу, посмотрю. Не-не-не, Дим, не садись. А почему нет? Почему я не могу присесть? Пусть лучше Коксик сядет, а ты мне помоги. Да я уже все распутал. Молодец. Ой, я же говорил, не садись. А, теперь-то мне понятно, зачем ты меня усаживал. Что же это у вас такое тут происходит? Объясните, пожалуйста. Шуточка Зубку не удалась. Это не шуточка, а самая настоящая месть. Интересно, и кому же это ты мстил? Кому-кому? Коксику! Это коробка, ловушка для Коксика. Мне? Для меня? Жаль, что не получилось. Только сам запутался.
Да коробка вместо тебя, он на Диму упала. Так, интересно. И что же послужило причиной такого негодования? Что-что? Коксик свой рисунок отправил на конкурс, а мой припрятал, потому что мой лучше. Не, вовсе я не прятал его, я его просто не нашел. Тетушка Сорока прислала меня за ним. Конкурс из-за этого на завтра перенесли. Ой, что же я наделал? И зачем же я тогда все это устроил? Да, пренеприятнейшая история. Не ожидал я от тебя такого, Зубок, не ожидал. Ну я же не знал, что все так вот не обидно стало. Ну разобрался бы сначала. Действительно. Ну а главное, нельзя никогда делать что-нибудь кому-нибудь в отместку. Разве ты не знал, что так не поступают? Ну вообще-то знал, но почему-то забыл. Да, надо бы тебе хорошенько запомнить одну поговорку. Не рой другому яму, сам в нее и попадешь. Вот я и попал в ловушку из Шуниной пряжи. А все потому, что ловушку для Коксика подстроил. Вот это ты правильно подметил. Да это я понял. Простите меня, пожалуйста. Ну что, Коксик, простим нашего Зубка? Эх, конечно, простим. Спасибо, друзья. Ой, а вы мне не поможете распустить Шунину пряжу, а? Да, конечно, поможем, мы мигом. Да, но только сначала давайте попрощаемся с ребятами. Давайте. До свидания, ребята. До встречи. Всего вам самого доброго. Ангела вам хранителя.